Мы играли в замечательную игру «Сила женственности». Наша замечательная группа, уже некоторые умчались, но здесь самые стойкие. Алла, скажи, пожалуйста, как тебе в этой игре? Я получила колоссальный опыт и много положительных эмоций. Пришла с конкретным запросом и нашла в себе такой огромный ресурс, что прямо у меня все тепло внутри, я счастлива, я наполнена. И ну, игра говорит сама за себя, сила женственности, вот все так и есть. Очень классно. Отлично. Рекомендую. Спасибо тебе большое. Оречка. Оречка у нас сегодня играла впервые. Впервые. Для нее это вообще такой смелый шаг, потому что ну, на самом деле прийти на игру это дорогого стоит. Скажи, пожалуйста, есть ли ценность для тебя в сегодняшней игре? А ценность, конечно, очень большая. Для меня это прошло все очень сложно, на самом деле. Поэтому я сейчас не могу просто вот обобщить и сказать, что мне это дает. Но то, что в такие игры надо играть, это совершенно точно. Есть польза? Да, польза есть, конечно. Работа продолжается? Продолжается. Работа только началась. Хорошо, благодарю. Танюша, звездочка наша, скажи, пожалуйста, как тебе сегодня игралось? Очень хорошо. Я получила огромное удовольствие и от игры, и от компании присутствующих. У тебя есть желание еще поиграть в такие игры? Конечно, есть. Отлично. Спасибо. Спасибо, Наталья. За игру.